Добрые люди, прошу вас, молю вас, помогите мне. В больницу его, моего сына, только через 3 месяца по бесплатному принимают. Я его хочу в город положить по платному. У него отнявшие ноги, у него рак 4-й стадии. Он работал у меня. Дочка тоже сейчас не работает. Я вас прошу, очень и очень не могу говорить я. Один у меня сын сидит, второй у меня больной, лежит. Отнявши ноги, не может он. У него боли очень большие. Вы слышите мою просьбу? Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете. Хочется жить, как не напишут в газете, взять и все раздарить.